керівників України нагороджуються Марченко Лариса Леонідівна за педагогічну працю, авторитета профсоюза и в связи с 45-летием со дня создания образцового ансамбля народного танца «Сувенир» почетной грамотой награждается Марченко Лариса Леонидовна, грамота первичной организации ПМГУ «Пару Юго». Я еще раз хочу сказать, как это мне приятно. Я вижу творчество в зале. То есть я вижу, сколько людей пришло, поздравить. Еще раз с праздником. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наши все приятные.